Видео предоставлено сайтом onlinegdz.net, номер 79. Докажите, что сумма 24 умножить на 17 плюс 17 умножить на 6 делится на 5. Для того, чтобы выполнить это задание, нам надо помнить о следующих свойствах. Первое, что работает распределительное свойство. Для любых чисел А, Б и С верно равенство. А умножить на Б плюс С. Будет результат такой. Мы А должны умножить на Б и А умножить на С. Записать сумму этих произведений. И мы должны помнить, что если произведение содержит в себе множители, один из которых делится на заданное число, то значит и произведение делится на это число. Смотрим. 24 умножить на 17 плюс 17 умножить на 6. Вынесли 17 как общий множитель. И получили, что 24 плюс 6 и в результате дает 30. Это сумма. 30 можно представить как произведение чисел 5 и 6. Мы видим, что множитель есть 5, значит и все произведение стэча из трех множителей делится на 5. 34 умножить на 85 плюс 34 умножить на 36. Смотрим. 34 умножить на 85 плюс 36. В скобках мы получаем число 121. На задание доказать, что сумма делится на 11. 34 умножить на 121. Мы расписываем 121 как 11 умножить на 11. В записи есть произведение 11 умножить на 11. Значит, все число делится на 11. Больше видео подписывайтесь на наш канал и посещайте наш сайт.